мысли вслух, точные и честные мысли вслух, о том о сём интересны мысли, если сказаны Волощуком. Волощуком. Здравствуйте, уважаемые любители рок-музыки. Мы опять пришли не на рок-концерт, а на театральный спектакль. Ну вот, скажете вы, опять какие-то театральные представления. Какое отношение они имеют к настоящему рок-н-роллу? И будете неправы. Я уже много раз говорил, вы, наверное, просто подзабыли, что абсолютно любое явление этого мира имеет самое непосредственное отношение к рок-музыке. И тем более спектакль, как произведение театрального искусства. Ведь любой спектакль расширяет эстетические представления настоящего любителя рок-музыки о прекрасном, о самом искусстве, включая рок-музыку, как неотъемлемую часть этого самого искусства. И, конечно же, самое непосредственное отношение к рок-музыке, именно как к музыке, а не к социальному явлению, имеет спектакль, на который мы сегодня пришли, который называется «Уроки музыки». Со словом «музыка», как вы видите, уже в самом названии спектакля. Спектакль будет проходить вот в этом знаменитом театре на Таганке, главном оплоте вольнодумства в далекие советские времена. Именно здесь играл Владимир Высоцкий. И именно отсюда, под многотысячные аплодисменты, его провожали в последний путь. Кратко расскажу вам о том, что мне известно о спектакле «Уроки музыки» из театральных анонсов и отзывов. Этот спектакль представляет собой сплав поэзии, музыки и театра одновременно. Поэзия представлена двумя нашими русскими великими поэтессами – лиричной Беллой Ахмадулиной и трагичной, но не менее лиричной Мариной Цветаевой. Именно на их стихах построен весь спектакль. Какими композиторами представлена музыка в спектакле, не скажу, так как об этом нет никакой информации. Но зато в анонсах сказано, какими она будет представляться музыкантами. Это саксофонистка Вероника Кожухарова и пианистка Полина Кондраткова. Театральное же искусство будет представлено одной единственной, но зато великолепной, по моему мнению, актрисой Чулпан Хаматовой. Кто является режиссером-постановщиком спектакля, также нигде и ничего не сказано. Может быть, это сама Чулпан Хаматова. Не знаю, насколько хорош этот спектакль, но подобное действо в исполнении Хаматовой мы уже смотрели. Это был опять-таки моноспектакль, то есть спектакль одного актера под названием «Утро-вечер». Только в нем был сплав не только поэзии, музыки и театра, но еще и танца. Поэзии Юрия Левитанского, музыки Баха, Генделя, Гласса, других композиторов в исполнении пианистки Екатерины Сканави и танца в исполнении балетмейстера Владимира Варнавы. И все это еще дополнялось неожиданными видео и световыми эффектами в 3D-мэппинге. Проникновенное действие, должен вам сказать, пробирающее до глубины души. По крайней мере, на меня этот спектакль произвел именно такое впечатление. Какие же чувства и мысли вызовет у меня этот спектакль, расскажу вам после его просмотра. Пока говорить ничего не буду, преждевременно. Поэтому пойдемте смотреть. Ну что, подходим к театру, уважаемые любители рок-музыки. А тут одна ностальгия. Но мало того, что театр был источником и рассадником вольнодумства в Советском Союзе, так тут еще, гляньте, Вареничная номер один, легендарное кафе московское и Пионер. А я вам напомню, что у нас был прекрасный клип, который назывался «Помоги человеку». И пионеры там помогали людям, тимуровцы. Вот так. Пойдемте смотреть спектакль. Пока не поздно, пока там очередь рассосалась. И вот видите, уважаемые любители рок-музыки, здесь спектакль про Высоцкого идет до сих пор. Хотя прошло уже столько лет после его трагического ухода от нас. И я вам напомню, что здесь мы снимали свой клип про Высоцкого. То, по-моему, получилось неплохо. Вот, спектакль до сих пор идет. Так. Я только сняла, вы говорите, надевай. Ну вы что творите? Вы что? Мне же нельзя, поймите, я рок-звезда. Мне нельзя прятать я лицо. Я понимаю, у нас исключение на всех одинаково. Чтобы меня узнавали люди. Ну ладно, давай, почем?
150 рублей программки. Программки, пожалуйста. 1500. Где дают рок-звезде без маски ходить? Программки, пожалуйста. Ух ты, тихо. Уважаемые любители рок-музыки, мы сейчас узнаем, каких композиторов мелодии они будут исполнять. Тут наверняка это написано. Уважаемые любители рок-музыки, а вот этого я не знал, к моему стыду. Оказывается, Высоцкому памятник на углу Петровки, памятник на Ваганьковке, и оказывается, он здесь еще есть памятник. Прекрасно. Слушайте, красивый памятник, хороший, хороший. Прям похож, он таким и был. А теперь в буфет. Все в буфет. Хватит баловаться. В буфет. Елена Ивановна, вы что будете потреблять сегодня до спектакля? Шампанское или коньячок? Ну, это не годится, что воду обычную. Как я уже. До чего уже докатились? Елена Ивановна. Вы уже пьете простую воду перед спектаклем. Это нельзя допустить. Настоящий интеллигент. Настоящий гурман. Это коньячок и корка, рыбка красненькая. Ну, это святое в театре. Посмотрим, есть тут или нет. Уважаемые любители рок-музыки, но это, конечно, не театр Олега Табакова. Там три буфета и спиртное все есть. И закуски прекрасные. Здесь шоколадки, как для детей. А спектакль от 16 лет и старше. А закуски, как для детей. И корки нету, рыбки нету. Буженитки нет, нет. А еще театр возглавляет бывший министр культуры Николай Губенко. Не врубается, товарищ, что такой театр настоящий? Это коньячок. Буду пить воду газированную. Назло всем. Буду вести здоровый образ жизни. Дискредитировать рок-музыкантов, особенно панков. Они же любят бухать. Я говорю, мы такие бухкареги. А я назло, я буду вести здоровый образ жизни. А что мне? Раз пришел в театр, буду гулять по буфету. Прогуляюсь по буфету, это обязательно. Уважаемые любители рок-музыки, ну вот он, Николай Губенко, бывший министр культуры. Хороший товарищ, хороший, хороший. Мне нравится актер. Не знаю, как он, как организатор, но буфет наставляет желать лучшего. А вот мне когда один из моих любимых актеров, помните, про Федота, сказ про Федота Стрельца, удалого молодца. Ну, потрясающая вещь. Его уже, может, как актера многие не помнят, но сказ про Федота Стрельца, во, вещь обалденная. Он был одарен поэтически, театрально. Такой был товарищ, но ушел от рака, к сожалению, рано, лет 60. Давненько я тут не был, уважаемые любители рок-музыки. Подзабыл уже, как он выглядит от зала. Пойдем. Уважаемые любители рок-музыки, я немного хулиганю, я снял маску. Вот Машков такие номера у него не проходят. Там мужчины сидят серьезные между людьми. Манекены. Тут их нет, тут плотненько. Ну, тут уже, видите, прогресс идет. Пандемия кончилась. Будем надеяться, что все будет хорошо. Уважаемые любители рок-музыки, понимаю ваш сарказм, что я в своих очках ничего не вижу. Я вижу, что это волшебные очки, поймите. Они волшебные, их все видят, даже в темноте. Когда вместо желанного, предрешенного, почти приказанного сына Александра родилась только всего я, мать самолюбиво проглотив вздох, сказала: «Ну что ж, по крайней мере, будет музыканша». Это меня охранило от самомнения и от самосомнения, от всякого в искусстве самолюбия, расслух от Бога. Настолько верно, что если нажму, точно себе на глаза нажму, сразу выжму из глаз над карнизом. Спросила с неприязнью и капризом: «Скажите, правда, что ваш муж богат?» «О, капелька металла, созревшая, как плод,
ты солнышком вставала, украсив небосвод. Все это только шутка, наш номер, наш привет. Нас весело и жутко, растит 20 век. Гортанью вдруг осипшей убогой кричала я: «Не трогайте!» Уважаемые любители рок-музыки, ну спектакль закончился. Кратко подведу итоги. Ну, во-первых, спектакль краткий. Он идет где-то час, может, час 05. И, по сути дела, два эпизода там есть. Три, вернее, даже, я бы сказал так, три эпизода. Первый эпизод – это рассказ о детстве Марины Цветаевой. И, честно говоря, мне он больше всего из всего там понравился. Почему? Я поясню. Потому что я понял трагизм ее мироощущения, который заложила в нее ее мать, заставлявшая ее играть беспрерывно на рояле. Но не потому, что там мать не насиловала ее, но тем не менее, вот этот трагизм заложила, которая свою неудачную судьбу, несостоявшуюся, она пыталась вложить в дочь, не понимая того, что у каждого человека своя судьба. Но тем не менее, зато в ней зародила в нее поэзию. В ней проснулась поэзия, музыка перетекла у нее в поэзию. Второй эпизод – это непосредственно стих самой Марины Цветаевой. Ну и третий эпизод – это уже было снова на стихотворениях Беллы Ахмадулиной «Дождь». Было очень красиво. То есть очень интересно было посмотреть, как большая актриса умеет говорить и излагать то, что заложил поэт в свои стихи. Это не так-то просто, потому что многие поэты декламируют стихи монотонно и интересно и скучно. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. А здесь человек проживал жизнь вместе с поэтом. Это вот интересно было. Значит, я перед началом спектакля говорил о том, что мы не знаем, каких композиторов там они будут играть, музыканты. Ну, во-первых, я отмечаю музыкантов, классная пианистка и, конечно же, высокого класса саксофонистка. Это мужской инструмент, поэтому женщина владеет им очень круто. И я узнал уже из программки, какие там... Я небольшой специалист в классической музыке, но, тем не менее, из программки я узнал, что это были произведения Моцарта, Бетховена, Баха, Гайдна, Глюка. Вот такие там были произведения. Очень красиво, конечно, играли, все было великолепно. Но, я опять-таки, все познается в сравнении. Конечно же, тот спектакль, который мы видели, ее моноспектакль «Лютер вечер», меня поразил больше. Это было очень круто. Здесь это больше похоже на поэтический вечер под хорошую музыку. Вот так бы я это сказал. Но, тем не менее, это очень полезно. Моей супруге, то есть знаменитому режиссеру, очень понравилось. Да и мне тоже понравилось. Но, я повторюсь, я сравниваю с тем спектаклем, там было просто высший пилотаж. Вот так. Всем привет. Уважаемые любители рок-музыки, но к моему стыду я не знал, что здесь уже есть улица Владимира Высоцкого. Прям за театром. Символично. Он был главным, ну, одним из основных актеров театра на Таганке. И здесь прям за театром его улица Высоцкого. Буду знать теперь. Увековечили настоящего русского поэта. Потому что я еще раз повторюсь, есть вот эта линия народных русских поэтов. Пушкин. Потом идет у нас Есенин. Это народные поэты прям. Кровь и плоть русского народа. И потом Высоцкий. Хотя многие его при жизни поэтом не считали, но что он очень сильно обижался. Он себя считал именно поэтом. Не бардом, не актером. В первую очередь себя считал поэтом. Поэтому с
символично. Мне нравится это. Мысли вслух, точные и честные. Мысли вслух, о том, о сём. Интересны мысли, если сказанных мало щупать.